разревелась так, что даже не сняла. Я зимнего солнцестояния мечтала сюда вернуться, прийти. И я тут уже бегала, рассказывала. Вот они, мои камни алтарные. Я уже даже проревелась. Я впервые с Нового года здесь. А сколько раз я жгла свечи в другом месте и возвращалась сюда, к своему камню алтарному, под дубом. Сейчас увидела, что отсюда шли люди, и хотя сегодня не самое лучшее место в связи со вчерашними обстрелами, и это не самый лучший день выбежать, но сегодня жарко, и я пошла снимать собак и котов, собак для лечения. Котов покормить надо. И прибежала сюда. Класс! Мое место. Вообще-то я летом, когда здесь работала и все это выстраивала, то, что сейчас работает для всей страны, я понятия не имела, что это будет так важно. Все эти свечи и вся эта работа здесь. Когда я здесь отдыхала и спала, потому что это был мой рабочий кабинет. Я так скучала за этим, когда прячешься от обстрелов. За этим мирным небом. И за всем летом, которое я здесь провела. Пусть вернется мир. И мои отжиги. Только что пчел снимала, а у меня разряжается, я боюсь, сирену не услышу. Разряжается телефон. И мой дуб. Прикольно. А после, ну, после дня рождения каждый день это целый месяц. Получается, сегодня 24-е, по-моему. Апрель, май, июнь. Можно будет сюда приходить и радоваться, если выше. Прикольно.